Здравствуйте, я терапевт-пульмонолог Ишимбетова Гуляим Бахачановна. В санаториях Сужабаглы проводится усиленное лечение по разным направлениям. Одним из основных направлений является заболевание органов дыхания. Среди них бронхиальная астма, бронхиты и заболевания верхних дыхательных путей. В нашем санатории мы можем вам предложить процедуры для лечения этих болезней. Во-первых, очень важной процедурой является соляная шахта. Эффективность соляных шахт объясняется особым микроклиматом, приближенным к естественным условиям подземных соляных шахт. В спелеокамерах пациенты вдыхают соляное испарение в строгих дозах. Их распределяет галогенератор. После шахты пациенты чувствуют себя лучше уже после второго сеанса. Сеансы особенно показаны пациентам с склоном к аллергии, страдающим хроническим бронхитом и тем, у кого ослаблен иммунитет. Также это действенная профилактика заболеваний органов дыхания у детей. Ингаляции – один из основных способов лечения органов дыхания. Польза этих процедур объясняется особенностями проникновения лекарств в организм во время проведения. При грамотном проведении ингаляции очень эффективны, и человек бронхиальной астмы уже после второго сеанса чувствует заметные улучшения. При заболеваниях органов дыхания также отлично на организм воздействует полимаг или магнитотерапия. Это обширное воздействие на микроциркуляторные русла организма, в результате чего быстро снимается отек, воспаление, стимулируется иммунитет и процессы регенерации. Электрофорез – это введение лекарственных веществ под действием тока. Электрофорез при лечении воспалительных заболеваний дыхательных путей направлен на улучшение дренажной работы бронхов, способствует разжижению и улучшению отхождения скапливающихся мокроты.